приветствую. Эту короткую, но красивую мелодию я решил записать по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы усладить наш с вами слух, согласитесь, мелодия здоровская. И во-вторых, для того, чтобы поделиться с вами одним, на мой взгляд, интересным приемом, который далеко не каждый гитарист использует в своей практике. А я бы хотел, чтобы этот прием в вашем арсенале присутствовал, потому что он расширяет возможности игры на гитаре и повышает уровень мастерства. Сейчас мы плавненько к этому приему подойдем, а начнем вот с чего. Когда вы слушали сейчас эту мелодию, вы, наверное, обратили внимание на то, что там присутствует несколько слоев. Первый слой – это непосредственно сама мелодия. Ну и так далее. Второй слой – это бас. Третий слой – это элементы боя. И как раз-таки четвертый слой – это мелодия, которая звучит во время боя, во время самого момента удара по струнам. Большинство гитаристов привыкли щипать струны снизу вверх, на себя. Вот как мы играем мелодию. Но иногда мелодия попадает на долю, когда у нас звучит бой, когда мы приглушаем струны, ударяем вот так вот кистью. И как в этот момент щипнуть струну на себя? Невозможно. Поэтому здесь как раз-таки вступает вот этот приемчик в игру. И заключается он в том, что мы пальцем, в зависимости от того, на какой струне звучит мелодия, или указательным, или средним, или безымянным, мы щипаем струну от себя. Конечно, здесь нужно потренироваться, но это удобно, когда вы во время удара по струнам, вот у нас происходит удар, и вы в этот момент щипаете от себя струну. То есть получается, что вы играете как будто бы медиатом. Понимаете, да, о чем идет речь? И здесь очень важный момент, чтобы ударять по струнам пальцем таким образом, чтобы палец случайно не зацепил соседнюю струну. Иначе получится, что мы просто вот играем такой элемент разгиада, как будто бы бой одновременно с извлечением звука сразу по нескольким струнам. Вот. Можно посидеть, позаниматься, потренироваться и этот приемчик внедрить в вашу практику. Так что занимайтесь, всего доброго, растите, повышайте уровень вашего мастерства. Увидимся в следующих видео. Пока! И забыл сказать спасибо за лайки и подписку.